Давай, ну, ладно. Собственно, мой раб, иди по моему лабиринту. Финиш, финиш, молодец, нажми на плиту. Что-то я не хочу нажимать, если честно. Ну давай, давай, нажимай, что ты? Ага. Да еще, да, да, нет, нажми на плиту. А я не хочу. Нет, ты все. Не ожидал такого поворота событий. Не ожидал. Тебе нужно тут было блоки поставить. Вторую серию подряд я затроллил на Эдисон. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет, и под предыдущей серией по троллингу вы оставили просто уйму положительных оценок и комментариев. Поэтому, ребята, мы решили продолжить эту рубрику, если вы хотите видеть еще одну новую серию троллинга, то также поставьте большущий палец вверх на вот этот видос, если мы с Жекой наберем много лайков под этими сериями, то мы задумаемся и, наверное, будем чаще выпускать серии по троллингу, да, Жека? Конечно, будем. Ну что, мне кажется, пора начинать, мы не будем долго тут балаболить, как в прошлый раз. И кто не знает правила, смотрите предыдущую серию. Ну, в принципе, за 2 секунды правила нужно что-то построить за 10 минут, чтобы затроллить друг друга, да, Жека? Ну да, да, да. Ну я тебя, короче, затроллю, как всегда. Ну, погоди, погоди, в прошлый раз я тебя затроллил, поэтому давай хотя бы, чтобы ничья была. Ну ладно, я постараюсь. Ладно, давай, удачи тебе, и встретимся, когда уже будет все готово. Да, да, давай. Ну что, ребята, вот новая серия «Как затроллить друга». И, в принципе, ребята, реально большое вам спасибо за то, что вы поставили столько много лайков и оставили столько много комментариев, положительных комментариев на прошлой серии. Это реально нас просто вдохновило, и мы с Жекой решили записать новую серию «Затроллить друга». Да. Но, ребята, как я только что сказал, можете реально писать вот прямо сейчас в комментарии, хотите ли вы увидеть еще одну новую серию, и хотите ли вы, чтобы мы продолжали вот эту рубрику. И, ребята, также не забудьте поставить лайк. Но, знаете, в чем проблема в этой серии? То, что я даже не знаю, что мне строить, потому что Жека так неожиданно предложил записать новую серию, то, что я, если честно, даже офигел. Вот честное слово. Потому что к прошлой серии, перед съемкой, я готовился. Вот я реально готовился, потому что я знал, что я сейчас буду строить. А сейчас у меня вообще никаких идей нету. Сейчас я вообще не знаю, что мне строить. И это меня очень беспокоит, потому что я даже не знаю, смогу ли я выиграть в этот раз у Жеки. Потому что, ребята, сейчас как-то все будет очень сложно, но я попробую, я постараюсь что-то придумать очень даже хорошенькое, чтобы постараться затроллить Джеку. Да, еще один раз. Такой себе троллинг, если честно, у меня сейчас начинается. Но суть будет в том, что Жека зайдет вот сюда, я ему скажу: Жека, у тебя есть только один вариант. Пойти или в левую дверь, или в правую дверь. От этого зависит, сможешь ли ты пройти мою карту или нет. И в принципе разницы никакой не будет. Он будет полчаса думать: куда же мне идти? Но в конце концов он выйдет в одном и том же коридоре. Я надеюсь, что все же этот троллинг, хоть такой маленький, но все же прокатит. Очень на это надеюсь. Следующее испытание будет для Жеки, знаете какое? Он зайдет сюда, тут будет бесконечный лабиринт. Вот смотрите, тут выхода нету. То есть в этом лабиринте нету никакого выхода. Он будет тут ходить, ходить, искать. Но знаете, в чем прикол? То, что это бесполезный лабиринт, он никак его не сможет пройти. Знаете почему? Потому что выход будет у него вот тут перед глазами. То есть перед этим лабиринтом я его затроллю и скажу, чтобы он зашел вот сюда и нашел выход. Но на самом деле выход будет вот тут. Надеюсь, то, что будет смешно, и надеюсь, то, что он попадется на мою ловушечку вот такую. Хоть там, в принципе, даже ловушечки никакой и нету, да? Ах ты, зараза, командные блоки, да, себе выдаешь? Давай без К-блоков. Окей. Что он опять меня затроллить хочет, да, с помощью командных блоков? Интересно, вот честно, даже интересно стало, что же он там сейчас думает? По поводу командных блоков. Ты ничего не видел. Да, да. Сделаем вид то, что да, я ничего не видел. Ребята, в этой комнате не будет чего-то прям необычного. Но у меня тут будут сундуки-ловушки. Он подумает: а, тут командный блок. Если я сейчас открою этот сундук, то что-то вот это произойдет. Потом вот это произойдет. Потом вот то взорвется. Но на самом деле тут ничего не будет. Троллинг будет в том, что тут ничего не будет. Только если он откроет этот сундук, то заспамнит молнию, что в принципе ничего особенного, да? А если откроет вот этот сундук, то напишет в чат то, что Джека петух. Затроллен, сдавайся. То есть ничего какого-то не обычного, но надеюсь, то, что он купится, то, что что-то сейчас туда заспавнится и весь дом взорвется. Надеюсь.
Тут у него будет такое небольшое поле испытания. Ребята, что это такое? В первую очередь, когда он зайдет в эту комнату, то у него тут будут также сундуки. Сундуки-ловушки. Но на самом деле они ничего не будут делать. Тут он найдет алмазный меч и также алмазную броню. Но, ребята, вот ему нужно будет пройти через вот этот лабиринт. Но на самом деле тут также ничего не будет. В этом-то и будет заключаться троллинг. То, что эти зомби, криперы, они не агрессивны, они не будут взрываться. Он пройдет возле этого крипера и типа скажет: «А, это статуя, она ничего не делает, она не взрывается». Также пройдет возле этого зомби и скажет: «А, он меня не бьет, он ничего не делает». Но вот этот последний зомби так его шандарахнет с одного удара на пол ХП. И вот тут-то он как раз обосрется. Надеюсь. И вот тут мне, в принципе, нужно еще что-то придумать вот в этом последнем испытании, ребята. Сейчас буду думать, потому что я пока ничего не знаю, что тут может быть. Да. В принципе, ребята, все. Мой дом готов. Дом ужаса. В чем будет заключаться мое финальное испытание? У него будет 4 комнаты. Я ему скажу то, что одна или там две из комнат — это выход с этого дома ужасов. Но на самом деле не будет никакого выхода. Все 4 комнаты, знаете, что буду делать? Смотрите. Как только он будет нажимать на кнопку, чтобы проверить, будет ли выход или нет, пум, он будет падать вот в такую яму, которая полностью будет заполнена TNT, как вы видите, да? И, в принципе, ребята, он мне уже даже пишет то, что все, 3 минуты. Просто, ребята, чтобы вам объяснить. Каждая комната будет такая. Он будет думать, куда бы мне пойти, куда бы мне пойти. В конце, если он не будет никуда нажимать, он дойдет к этой комнате, станет сюда, и у него вот тут появится, как вы видите, лава, и назад он уже не сможет выйти, ну, только если у него какие-то прям нереальные способности паркура, да? Но он сюда станет. А хотя нет. Если он сюда станет и нажмет на вот это... А не, ну, как вы видите, в принципе, ребята, ему и так будет попа. Поэтому все работает так, как должно работать, да. А, в принципе, ребята, все. Сейчас увидим, сможет ли он попасться хотя бы на одну мою ловушку или нет. Сейчас, ребята, все увидим. Ну что, Эдисон? Ну я, в принципе, все закончил, да? И ты? Я тоже. Да, и знаешь что? Я бы хотел вначале сходить к тебе. А, может, сделаем так же, как в прошлой серии, я к тебе. Давай вот на камень, ножницы, бумага. Давай на счет 3 напишем в чате камень, ножницы или бумага. Готов? Давай. Давай, 1, 2, 3. Ах, сейчас, подожди. Давай еще раз. 1, 2. Давай. 1, 2, 3. Да твою! Так, хорошо, ладно, давай еще раз. Готов? Да, раз, давай. 1, 2, 3. А? Так, ну что, ко мне, да? Да, давай. Так, Эдисон, только у меня есть одно маленькое условие. Ты должен включить гейммод 2. Гейммод 2? Нифига себе, ну ладно, давай. Да. Ну, собственно, ты готов пройти мой тест на тролля? И ты будешь троллирован... В общем-то, да, начинай. Ох ты! Знаешь, я тебе скажу такой небольшой секрет. Я думал, что у меня постройка говяная. Но, как я вижу, ты меня победил в этом состязании. Так. У меня вообще-то великолепная постройка. И ты не нажимай на F5, еще тоже нельзя это. Нельзя на F5? Да, нельзя. Давай, собственно, мой раб, иди по моему лабиринту. Финиш, молодец, нажми на плиту. Что-то я не хочу нажимать, если честно. Ну давай, нажимай, чё ты? Ага. Да ещё, да, нажми на плиту. А я не хочу. Не ожидал такого поворота событий. Не ожидал. Тебе нужно тут было блоки поставить. Уже вторую серию подряд я затроллен, а не Эдис. Да, вот такой, ну ладно, пощажу. Ах ты ж зараза. Да твою-то задницу, так и знал. Ну как бы это не считается. Я когда тестировал, я сам прыгал, и даже когда вот как бы хотел перепрыгнуть, иногда не получалось. Ай ты твою задницу! Так, кто у нас затроллирован, кто затроллирован? Все, Жека, хватит. Я, в принципе, сейчас полчаса буду проходить. Я не знаю, как я первый раз вообще перепрыгнул. Давай, у тебя получится. Вот, все, пошел в задницу. Так. И что это такое? Я даже не хочу... Да твою-то... Так, тут невидимые блоки, да? Как я понял. Ага, да, еще. Да нет никаких невидимых блоков. Я понял. Так, небольшой паркурчик. Небольшой паркурчик для тебя. И смотри, если ты умираешь, ты должен наступать на вот эти плиты. Я понимаю то, что тут ты напихал просто невидимых блоков дофигища. Я больше половину раз просто буду вниз падать, да?
Да не. А, да пошел ты в задницу, а? Так, где я появился, тролль? Унитаз. Не хочу я в унитаз спать, пошел ты в задницу. Ты должен смыться в унитаз. Так, ладно. Я тебе сказал, типа, это... Ну ладно, ты, я думаю, ты сам догадаешься, в принципе. Ну ты же, если ты не тупой, ты догадаешься. А если ты тупой, то ты затроллирован, понимаешь, да? Понимаешь, не так... Да твою ты заколебал меня, Жека! Где я? Ты затроллен, видишь? Ты мог сразу на него нажать и пройти сразу испытание. Ну как бы я не знал, а? Так, Эдисон. Кто затроллирован? Так, сейчас, дай я выберу. Давай, кто же? Эдисон затроллирован? Ну, мне кажется, салатовый цвет кажется более дружелюбным, поэтому там ничего не должно быть. Знаешь, фиолетовый более так агрессивно настроен, мне кажется. Ай, что я тут пошел за садиться, сошел за садиться. Ты не угадал. Ай, ну, как ты че, я и так не умею. Ну, нормально. Мне понравилось, если честно. А там, в принципе, TNT было и там, да, как я понял? Да, затроллирован. Ну ладно, наполовину можно сказать. Жека, как мне потом вот это все перестраивать, вот эту стену, а? В следующий раз. В следующей серии. Да, не переживай, перестраивай. Ладно, давай ко мне. Так, хорошо, собственно, я выключаю геймодик. Да, давай, пошли. А мне в геймоде 0 быть, да, пофигу? Да, в геймоде 0. Не, может в геймоде 2 тоже быть. Так, хорошо. Тебе нужно меня слушать, чтобы пройти эту карту до конца. Пошли. Пошли. Хорошо, вот я, моя офигенная постановка. Блок. Я вижу да, я знаю, вот смотри, тут тоже их дофигища. Вот смотри, это специально, это отвод глаз, просто понимаешь? Ага, тут еще какая-то черная полоса у меня, тень не прогрузилась. Да пофиг, пошли. Вот так, смотри, ну, Жека, первое твое задание. Две двери. Одна приведет тебя в одно место, вторая в другое место. Одно будет легкое, то есть ты не будешь затроллен, а в другом будешь затроллен. Выбирай. Так, ну смотри, я вижу там свечку, я вижу там свечку. Мне кажется, нужно идти там, где там свечка. Логично. Так, ага, и где я? Нигде, то есть вот эти две двери ведут в один коридор, ты затроллен. Пошли, вот смотри. Теперь тебе нужно... Ах ты строим, ёпки! Теперь тебе нужно найти выход с лабиринта. Давай, удачи. Нет, не хочу искать выход с лабиринта, я хочу сюда. Нет, тебе нужно найти выход с лабиринта. Не-не-не, не хочу. Да, как бы да, ну Жека, там ключевая фигня, то есть если ты там ничего не найдешь, то ты не сможешь дальше пройти. Давай, я следовал твоим указаниям, и ты следуй. Нет, это, мне кажется, это способ затроллить, он специально говорит. Ну в смысле способ затроллить, пойти? А как мне тогда к тебе правду донести, а? Если тут можно считать. Я считаю, что нужно идти сюда. Ладно, хорошо, я пошел в этот лабиринт. Так. Тебе нужно найти выход, я тебе уже сказал 3 раза. Я понял, выхода здесь нету, я понял, я угадал, да? В смысле, конечно нет, есть тут выход. Конечно нет, так, я спрашиваю, есть выход, конечно нет. Конечно нет, тут есть выход. Нету тут выхода, все, я понял, я затроллирован, да? О, а это я сюда пришел. Ой, TNT! А что здесь делать TNT? А вот секрет, можешь на него нажать, можешь покрутиться возле TNT, если хочешь. Не, что-то так не работает. Не, ну тебе нужно найти выход, Жека. Да выхода нету, тут нужно взорвать TNT, я понял. Нет, тебе выход нужно найти с лабиринта. Нету тут выхода, ты меня троллишь. Как нет, вот смотри, я на выходе, вот смотри. Так, это опять ты меня, да, троллишь? Ну я ж на выходе, Жека. Куда, как это так? Вот, пошли, давай, на второй этаж. Пошли на выход. Я знал! Говно! Жека, извини, тут никому верить нельзя, сам понимаешь. Так, иди сюда. Так, я понял. Ага. Ты что сделал? Ты что сделал? Это не было в программе. Эй, мам, дорогая, я туда не пойду, а что это такое? Ой, это что-то там? Да, не, просто молния. А если будет бесконечно открывать? Ну да. Прикольно. А что теперь делать? Да. Ну, смотри, тебе нужно пройти вот тут. Тебе нужно пройти через вот это все. Ага. И вот сюда, где я. Вот сюда, где я, тебе сюда нужно пройти. У тебя там, смотри, еще бронька. Лучше бы ты одел, потому что тебе жопа, мне кажется, тут будет. Так, говоришь, верить никому нельзя, да? Верить никому нельзя. Так, а я не понял, как мне туда попасть? А что за кнопочки? А вот секрет, не знаю, можешь попробовать.
Они очень опасные, поэтому лучше на них не нажимать, Джек. Так, хорошо, я понял. У меня этот хрен убьет с одного удара. Я это лучше не пойду. Так, это что? Рычаг какой-то. Здрасте. Здрасте. А ты такой же кто? А вот такое, можно же. Это же не деревянное, точно. Сейчас бы на все понажимать и попробовать, что тут взорвется, что не взорвется, да? Как ты видишь, остальные тебя не били, только вот это. Я не понял, что я нажал? Так, хорошо, ну и... А, скалинка. Ой, мам, дорогая. Так, Жека, финальное твое испытание, финальное. Четыре комнаты. Две будут за... Ну, две тебя затроллят, две тебя выпустят наружу. Тебе нужно нажать на верную кнопочку. Ой. А-а-а! Нет! Так, я понял, это явно не та кнопочка, да? Это явно не та кнопочка. Ну привет, привет, привет! Простите! А можно гим одно? Нет, как ты там поживаешь? Поплыл! Пожалуйста, спасите! Я еще жив! Я терминатор, только в обратную сторону, понял? Да. Ой! Шо? А побежь вот иди. А это шо? Ну, Жека, в этот раз ты не выберешь. Прощай, Жека, прощай! Прощай! Да, прощай. Прощай, как мне поджечь эту фигню, вот, всё, прощай. Ой! О! Главное, Тинти не умер, зато улетел вниз. Ну все, ладно, вот ты был за тролль. Короче, я, кажется, знаю, кто у нас победил. Давай, короче, пусть там в комментариях напишут, кто из нас сильнее за тролля, но я уже могу заранее сказать, что я, как всегда... Ой. Да, ну, ребята, это, конечно, еще не конец. Если вы хотите видеть следующую серию, то вы, в принципе, знаете, что делать. Давай, Жека, наши стульчики будем садиться. Да. Вот тут мастер троллинга. Поэтому, ребята, как мы сказали Жекой на начале, пишите в комментарии, хотите ли вы продолжение. Также давайте опять наберем много лайков, чтобы мы... Да, тут деби! Да, наберем много лайков, вот, все, что там. Да, и все, ребята, всем удачи, всем пока. Пока.